скорее не вопрос, а вы знаете, вот этот весь год, вот 14-й год, совсем не до хихиканья и хахаканья. Вот мне кажется, сегодня все здравомыслящие люди России просто получили пощечину. Но если у нас Сечин эффективный менеджер, который стоит с протянутой рукой у Центрального банка, как можно было у добывающей нефти компании и продающей ту же нефть и оказаться таким банкротом? Пятая часть, причем нашего населения, живет от зарплаты до зарплаты. А если впереди праздники, то это считай, или отпуск, то считают уже и будущую зарплату. И вы представляете, он главнокомандующий, отец нации, говорит о демографии, что мы произрастаем, растем, население растет. В то же время ребята наши переодеваются из срочников в контрактники, посылаются туда, гибнут, обратно их привозят в гробах. И даже соболезнования матерям никто не выразит. Только заткнут рот 3 миллионами одноразового этого, которые таких денег не видели, сумасшедших. Вы понимаете, чтобы хоть она крышу покрыла, эта мать, печку сложила. Ну как же так можно? Это 14 лет он владеет нашим будущим, вы понимаете? И сегодня он, да все будет нормально, все течет, и мы на этом плоту, куда, к какому водопаду, с какой высоты мы рухнем вниз, ему все равно, он свою зарплату даже не считает.